В 12-й раз в Чебоксарах проходит конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Он традиционно собирает творческих людей со всей России. В этом году фестиваль проходит под девизом «Мастера России. Солнечные чуваши». Никита Стенников из Курганской области работает с берестой уже более 5 лет. Увлекаться прикладным творчеством начал еще в школе. Сначала работал с деревом. Но из дерева сложно сделать утилитарную вещь. Изделия все из бересты, они утилитарны. Береста не пропускает воду, она очень хороший изолятор. Кипяток, который останется до 20 часов, останется горячим. В этом году в конкурсе принимает участие 53 мастера из 13 регионов России. Конкурс проводится в форме открытого уличного зрелища. В течение 8 часов мастера соревнуются на глазах у публики в изготовлении изделий на заданную тему. Я делаю кофейник, то есть емкость для кофе, чтобы подавать на стол красиво и украшу ее народными чувашскими орнаментами. Среди всей красоты очень тяжело выбрать лучшее, но победителя конкурса все же определить придется. Вручение приза главы республики и победителю «Русь мастеровая» состоится 24 июня на Красной площади.